сейчас мы делаем декор для нашей фотозоны вот таких вот разных формах, формах круга и формах звездочки. Для этого нам понадобится глиттерный фоамиран золотистого и розового цвета и форма, по которой мы будем это все вырезать. Приступаем к нашей работе. Берем фоамиран, прикладываем форму к нашему фоамирану и обводим. После того, как мы нарисовали наши формы, мы вырезаем. Звездочки мы уже вырезали. Дальше мы вырезаем кружочки. Теперь соединяем все наши элементы с помощью горячего клея, приклеиваем их на ленту органзу.
вот такие заготовки для нашей фотозоны у нас получились. Все эти детали мы будем прикреплять на фотозону. Все.